23 марта 1942 года вышло постановление Комитета обороны, которое разрешило массовый прием женщин в войска противовоздушной обороны. Это позволило направить на фронт тысячи мужчин, годных к строевой службе. О том, как стойко охраняли девушки-бойцы неба Родины, свидетельствуют многочисленные отзывы военных. Командующий Московским фронтом ПВО генерал-полковник Даниил Журавлев рассказывал, что весть о приходе в войска девушек была воспринята настороженно, но после 5 месяцев учебы и боевой службы тревоги оказались напрасными. Девушки почувствовали свои силы и возможности, показали пример хорошего знания дела. До победы оставалось 1143 дня.